Сейчас в новостях только услышал. Известный биатлонист Антон Шипулин, то ли сам, то ли ему предложили стать депутатом Госдумы. Я вот подумал, да, вот что у нас все туда лезут-то? Там этих спортсменов, вот, ну, мне кажется, порядка 20 уже точно есть. Вот, что они там делают? Шипулин, он всю жизнь занимался чем? Он бегал и стрелял. Ну так иди, учи, набери детишек. Бегал и стрелял, надо признать, неплохо, да? Ну, набери ребятишек, иди их учи бегать на лыжах, метко стрелять. И низкий поклон тебе. Вот, иди, можешь взрослых тренировать. В сборную страны, в сборную какую-то, какого-то региона, да? В конце концов, в колледж иди, в какой-то спортивный или в институт преподавателя. Но в Госдуме-то что делать? А знаете, они все туда что идут-то? Зарплата, да. Кто бы из вас не согласился, допустим, иметь, ну, где-то 500 тысяч, да, ежемесячно. И практически ничего не делать, жопу там просиживать. А потом, ты когда отбудешь один срок депутатский, ты практически на всю жизнь обеспечен. У тебя пенсия будет в размере 50, не менее 55% от той зарплаты, которую ты имел. То есть нехило, да? Я считаю, каждый должен своим делом заниматься. В Госдуме должны сидеть юристы, политики. Ни артистам, ни актерам, ни больше там делать нехрен.